Всем привет, с вами Никита ТВ Геймс. И, ребята, мы сегодня играем в My Track Challenge, потому что эта игра обновилась. Я эту игрушку давно уже когда-то почти всю прошел, потом я удалил свой аккаунт, его восстановил, но часть миссии у меня не восстановилась. Вот как вы видите, Некрополь, мне надо будет проходить заново. А Немезида у меня вся пройдена. Но не в этом фишка, ребята. Появилось обновление, тут немножко все переделали. Появилось 10 новых уровней, пока я не понимаю, где они. Потом появилась у нас новая тачка. Новая тачка Носорог. Смотрите, даже гараж переделали. Уже машинки на цепях не висят, как раньше, а просто вот так показываются. Слева видны их параметры. Наклейки хоть понятно теперь. Таран как ставить. Тачки переделали, гараж переделали, ребята, и появилась новая тачка Носорог. Вот эта машинка, она мне недоступна, потому что ее можно разблокировать только через миссии. Смотрите, ребята, переходим в еженедельные миссии. Нам здесь нужно собрать 1000 камней, ё-моё, 1000 камней, и нам дадут вот такую вот тачку Носорог. 1000 камней. Как мы их можем собирать, проходить миссии? Смотрите, выиграй гонку один раз. 20 камней дадут. Собери 100 монет, 50 дадут. Сделай 15 сальто, дадут 75. Ух ты, давайте, ребята, давайте сделаем 15 сальто. А для этого надо тоже посмотреть видосик. Немезида, уровень 53. Так, это мы выключаем. Где моя тачка? А, вот моя тачка. Погнали, ребята. Мне надо что сделать? Сальто. 15 сальтушечек. Я надеюсь, я помню, как их делать. Не сделал. Пока не сделал. Так, спокойно, расслабиться, давайте будем тачки забивать. Вот, пошло. Да ёшкин! Засчитали, фу, хорошо. Бомбочки. Так, сальтуху. Нормально, все, я понял. Вспомнил, ребята, управление. Ага, у нас тут есть турбочка. Так, давай ракетками будем эти тачки уничтожать. Так, нам надо трамплин какой-нибудь. Уже, ребята, проехали мы половину. Я не понял. Проехали половину уровней. О, наконец-то можно сальтухи крутить. Крутим сальтухи. Засчитали? Нет. 3 сальтухи только. Вот так. Вот, хорошо. Ё-моё, так уровень заканчивается то. Только 5 сальтух. Это что за... Да ё-моё, мы не сможем так сделать. Надо как-то по 2 сальтухи, может, крутить. Вот здесь можно. Ё-моё, а можно на месте их? На месте можно крутить? Нет, не получается. 6 только сделали. Короче, ребята, 6 сальтух, этого мало, мне явно. Не засчитывают. Ё-моё, и здесь не засчитали. Походу придется... Да все, конец. 6. 6 из 15. Это жесть. Сначала опять надо смотреть рекламку, ё-моё. Походу на 15 сальтух я зря замахнулся. Все-таки надо было собирать какие-нибудь эти вот монетки. Так, ну поехали. Спешить не будем, ребята. Спешить не будем. Смотрим, где мы можем сальтуху делать. Вот почему... А, все, у нас остался прогресс наш. 6 сальтух, как было, так и есть. Хорошо. Вот, нормально. Есть, сделали. Сделали, отлично. Так, спокойно, спокойно. Не спешим. Засчитали, отлично. Так, спокойно. Так, отстаньте, дайте мне проехать. Все от меня отойдите. Нам нужно сальто Морталио выполнить. Я потихоньку еду, не спешу. Для того, чтобы ближайший трамплинчик им воспользоваться. Вот так, нормально. Эй, ну я же сделал сальтуху. Засчитали. Не засчитали, ё-моё. Надо было с турбо. Тут можно вообще было две... Я не понял, у меня что, управление зависает? 2 сальтухи проморгал, придется опять, наверное, повторять все. Так, и жизняк мало. 4 сальта надо. Опа. А как назад? Я хочу назад проехаться. Назад можно проехаться, нет? Да, походу, все. Да ё-моё, ну... Да что еще лагает что-то все тут? Смотрите, тут мы не можем, нам не хватает места. Да ё-моё, ну. 3 сальто Морталио, ребята. Придется повторить. Да, все, конец. Ну, третий раз мы уже на изи пройдем. По-любому, сейчас можно, в принципе, даже первым приехать. Буду ехать и все тачки уничтожать.
Буду даже спешить на финиш. О, другое дело, что последнее сальто Морталио осталось. Все, ребята, мы сальтухи сделали. Сейчас будем ехать чисто тачки уничтожать. Давайте, где вы? Восьмой. Восьмого сбиваем, а у меня больше ракеток нету. Давайте еще сальтуху. Ух ты, можно даже... А что, можно, ребята, наперед сальтухи еще делать? Я 16 уже сделал. Ладно, спокойно. Спокойно, 16 сальтух почему-то у меня. Давайте еще тогда по ходу будем накручивать. Колесики, кстати, поехали. Воу-воу-воу, разогнались мы, конечно, четко. Да что она немножко... Игра почему-то, ребята, тормозит у меня. Странно. Ну что? У нас пройдена миссия. Появился спин. Давайте спин крутанем и посмотрим, что у нас там по миссиям тают. Ну смотрим, ребята, миссии. Ага, мы сделали 15 сальто. Жмем получить. Все, ребята, и эта миссия уже недоступна. А, это ежедневные миссии, ё-моё, надо каждый день, короче, заходить и выполнять эти ежедневные миссии. Либо можно посмотреть рекламку, и эти миссии будут опять появляться. Ладно, идем дальше. Следующая у нас миссия, это собери 100 монет. Некрополь, 38 уровень. Все, я понял, нас, короче, будут кидать по разным уровням. То на Немезиду, то на Некрополь. Кстати, мне кажется, ребята даже уровни переработали. Походу, да. Уровни немножко не такие. Вроде они получше стали, более графичные. Может, я ошибаюсь. Поэтому напишите в комментарии, кто играет в Metric Challenge. Как вам обнова? А пока нам нужно собрать 100 монеток. Я думаю, мы за уровень тоже 100 не соберем. Наверное, здесь так все будет специально сделано, чтобы мы как можно больше поиграли раз. Ё-моё, так меня сейчас еще и уничтожить. Могут уничтожить. Они, наверное, меня уничтожат, эти тачки. Так, спокойно собираем. Мне главное монетки, ребята. Монетки, монетки. Я сосредоточился на монетках. 40. Ну, 50 монеток соберем за уровень. Да, придется где-то по два разика. Да, ребята. 50 монет, походу, будет. Потихоньку. Вот, тут много монет. 3 подлечились. Вовремя подлечился. Ракетки. Жалко, нет тормоза. 62 монеты. Нет, еще не все. Оп, а там как сверху монетки отдайте мне. Снизу монетки. 72. Потихоньку мы докатываемся. 77 монет. 80, ребята, блин. 20 монет не хватило, придется еще раз сыграть. Еще один заход. Если честно, вот это немного расстраивает. Что надо по несколько раз проходить одну и ту же миссию. А иногда даже и по 3 раза, как вы поняли. Но ничего, я думаю, первую миссию мы пройдем сразу. Там надо занять первое место. В принципе, у нас защитник более-менее прокачан. Вот если мы только немножко игра почему-то лагает. У нас защитник прокачан. Первые миссии, я думаю, мы без проблем будем проходить. Все, у нас уже 100 монеток. Ну давайте дальше собирать. Может... Это и пригодится. В принципе, эти монетки, может, нам пойдут, поэтому давайте будем собирать, чтобы прокачать быстрее нашего защитника на максималке. А я его, кстати, прокачивал раньше. Так, поехали, сбиваем всех. Отлично. У нас еще одна ракетка есть. 2 ракетки, 3 ракетки, хорош. Сбиваем эти... Тачки, хотел сказать хищные тачки, нет, это не хищные тачки, хотя похоже на хищные, в принципе. Очень даже похоже, особенно новая тачка Носорог. Чем-то напоминает тачку из Карецкар. Так, ну что, можно, в принципе, уже тут разгоняться, ибо быстренькому залетать на финиш. 167 монет. Что, жмем получить. Есть, у нас уже 145 камней. И следующая миссия – выиграй гонку один раз свет, и нам надо всего лишь 20 камней. Ну, давайте попробуем. Антарктика, уровень 23. В принципе, 23 уровень, значит, здесь ничего сложного не будет. У нас, тем более, защитник. Тачка, я бы сказал, почти самая сильная. Так что, я просто уверен, ребята, что мы сейчас первое место здесь займем. А для этого надо все тачки сбить. Давай турбочку собираем. Да ё-моё, защитник, ты что? Ты что творишь?
Давай потихоньку-потихоньку. Вот, все, разгоняемся. Берем нитро. Ноль ракеток. Ну, разработчики, неужели мы и тут не пройдем? Не возьмем первое место. Ракеток нет, ребята. Нет ракеток, действительно. Фу, одну хоть взяли. Хорошо, но ракетки у меня же, в принципе, прокачанные. Я должен по былику всех сбивать. Сколько там осталось еще тачек? Давай, я думаю, ракетки сейчас сами найдут. Всех врагов, все тачки мы уничтожим. Да, тут, в принципе, тачки не такие мощные. Мы их с одной ракетки, грубо говоря, даже одной ракетой уничтожаем. Да, нормально, ребята, все, проходим. Давайте этого первого так уничтожим своими шипами, которые спереди у нас тараном, грубо говоря. Все нормально, можем, ребята, спокойно лететь на финиш и заберем своих 20 камней. Да, защитник у меня мощный. Для этого уровня защитник у нас нормально прокачанный. Видите, у нас какой еще есть даже запасик по времени. Есть, финиш. По-моему, даже, ребята, финиш переделали. Вроде какие-то другие были эти арки. Так, забираем, мы забираем награду. Все, ребята, мы сделали все ежедневные миссии. Так что, кто не знает, можно отмотать время назад. Можно обновить, просто нажать кнопку и опять проходить эти миссии. Видите, мы, за, грубо говоря, за один раз собираем, ну, где-то 150 камней. То есть нам придется, ребята, немножко здесь поиграть, чтобы открыть новую тачку носорог. Давайте, ребята, попробуем пройти один из тех уровней на локации Некрополь. 38 уровень. Я выбираю своего защитника, пока у меня это самая прокачанная тачка, самая мощная. Потихоньку можно проходить, я думаю. Проходить эти миссии, чтобы уже окончательно пройти всю игру и открыть все тачки. А вы в комментарии обязательно напишите, на каком этапе прохождения вы этой игры проходите, ли вы ее вообще. Опа, это я что, застрял? Нет. А, тут какая-то гравитация сработала, хорошо. Что мне надо сделать? Я не почитал задание, но судя по тому, что нарисован кубок, мне надо, походу, сбить 15 тачек. Да, надо сбить, ребята, 15 тачек, все, я понял. 15 тачек сбиваем, ракетки у меня есть. Будем еще тараном их добивать, если... Так, пошел. Гравитация хорош. Она даже меня немножко ускоряет. О, хорош, я выпустил ракет. Ракеток много выпустили, еще две есть. Мне еще надо... Ой, ну насколько тачек сбить еще? Ух ты, это зависоны. Зависоны страшные. Так, сзади тачка нас преследует. Да ё-моё, что так тормозит, а? Сбивает с толку. А, у меня ракет нету больше. Ракет нету, ребята, 5 тачек. Ё-моё, как обидно. Давай быстрее. Давай. Третий, я, ребята, третий. Второй. Четвертый. Ну что, последняя тачка. Фу, ребята, мы перед самым финишем сбили. Фу, мы это сделали. Ну что, ребята, вот такой у нас получился видосик. Пишите в комментарии, открывать мне этого носорога, открыли ли вы его, проходить ли все уровни. На этом все. С вами был Никита. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорого. Пока-пока.